Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Ходячие мертвецы». Так, здесь забираем все. Это забираем, ребята. Продовольствие нам нужно. Так, отстрел зомбарей. Так, завалили. Отлично. Так, ну что же, бесплатно. Ну это понятно, что бесплатно. Давайте зайдем сюда, в магазин бесплатных товаров, и посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну, да, винтовка. Фиговая, ребята, винтовочка. Так, возьмем вот это вот с вами. Дальше, так, ну горючка нам пока не нужна, хотя пригодилась бы. Блять, 5 миллионов, представляете, 5 миллионов еды, ребята. Это охренеть. Сколько нужно. Так же, как и здесь, 200 тысяч жрачки. У меня всего 14 тысяч, а тут 200 нужно. Я не знаю, там должна быть офигенно достойная награда просто быть. Так, опять каких-то куча новостей у нас здесь. Понятненько. Ну, слушайте, что-то я здесь не добрал бесплатно, да? Оу. Аурон Бирдей. Гифт. Бесплатно. Че это? День рождения, что ли? Так, 15 карточек нам дали. Типа продано, да? 776 рублей. И, как говорится, получите этого чувачка. Также здесь сундук. Еще сундук. Какая-то, ребята, распродажа у нас здесь пошла. 50 жетонов Кэрол. Клинок, конечно, у нее охрененный, ребята. Просто охренительный. 6 уровня, золотой. Ай, легендарный. Ядрёна ты вошь, ребят. Так, это куча раций. Так, а можно посмотреть? А что у этого чувачка, у Аарона есть? Я не вижу. Не вижу, ребят. Легендарное снаряжение для вышибалы. Полный запас припасов, да, жетоны вышибалов, 776 рублей. Ой, соблазнительно-то как, соблазнительно, ребята, как. А мы с вами вот по-скромненькому. Скромняшки. Слушайте, я возьму, наверное, ребята, нет, горючку пока не буду брать. Давайте мы вначале с вами посмотрим. Так, специальное предложение. Ну, это понятно, только что мы с вами смотрели. Миссии. Мне говорили, что надо проходить, по-моему, испытания. Или не испытания. Что-то такое надо проходить, за что тебе будут давать классных героев. Может быть, попробовать вот это вот пройти. Осада убежища. Сезон 8А. Ну давайте, ребята, рискнем. Посмотрим, что вообще будет, если мы, предположим, пройдем. Так. Осадоубежище. Они сделали свой выбор. Пора нам, наконец, отвязаться от этих спасителей. Начнем миссию. Ага, нам дали Аарона, Мэгги и Рик. Поменять я ничего не могу, ребята. Поехали. Вот этой командой я должен пройти, ребята, миссию. Ну, Рик, конечно, здесь вообще, блин, сам на себя не похож. Давайте посмотрим. У нас, в общем, все три стрелка здесь. Держи линию. Не дайте им прорваться. Осада убежища. Так, ребята, тут и зомби у нас. Тут же и рейдеры, да? Так, ну давай мы начнем вот с этих вот охламонов. Погоди-ка, Аарон у нас... Нет, это стрелок. Есть. Так, ну что же, смотрим. Ай-яй-яй-яй-яй, вон они еще где гады стоят. Не увидел, ребята. Стоит, да, значит, он там. Попробуем сделать... Бинго. Слушай, а почему... Смотри, 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 что происходит, ребят. Он жрет. Вот так вот. О, о, о,
попадание в туловище, это все понятно. Так, дай-ка я вот так вот сделаю. Опа! Ты видел? Там, оказывается, чувачок стоял. Эта ограда их не спасет. Разберемся с остальными и пойдем дальше. Так, они закрыли, ребята. Оу! Ну, это 4 уровня, это, ребята, ерунда. Мы должны с ними справиться здесь. Так, хорош, хорош. Со всех сторон тут нападать. Так, Мэгги, давай-ка мы с тобой вот так вот сделаем. Блин, да ладно, только лишь одного. Сносим тогда эту зомбариху. Надо вон того чувачка сносить. Ха-ха. Ты посмотри, это все тыкает ножом. Есть. Рик, малорик, ты его подбил. Так, а что же нам делать? Нам нужно убить спасателя. Мы и всех убили. А куда теперь нам бежать? Странно. Наверное, нужно всех этих зомбарей, ребята, перебить. Замечательно. Так, давай. Смотрите, ребята, мы специально встаем за перегородки. Ах, вон еще где стоит чмошник. Спрятался. Олег, на. Олег, блин. Что ты там перебегаешь? Ты думаешь, тебе это поможет, а? Говнюк ты этакий. Стадо надвигается. Давайте убираться отсюда. Ага. И как? Как ты это предлагаешь? Все, ребята, понял. Нам дали открытую зону. Бежим сюда. Все, выходим, получается. Ну что же, довольно прикольно. Победа. Идеально, идеально, идеально. Опыт. Ну, надавали опыта и еды. Так, давайте смотреть, что нам здесь выпадет. 300 кормежки. Еще 300 почти. И револьвер. Продолжить. Ну, сразу же, наверное, рванем на вот эту миссию, да, ребят? Так, у нас с вами какой-то прогресс сделан. Получить. Хорошо, давай получим. Убей ходячих. Ага. Мы всего лишь 8 убили, а нужно 35. Потом выиграем миссии испытания 5 раз. И заверши все ежедневные квесты. 4 кубка сразу получаем. Мы сразу можем получить вот этот сундук. Попробуем сегодня этого, ребята, добиться с вами. Так, погоди. Заберем. Все это, ребята, забираем. Так, вступить в гильдию. Участники. Так, стиль игры нормальный. Звезды в последнем... Ну, давай. Вступление в гильдию осуществлено. Так, 68 звезд. У меня 0 почему-то звезд. Не знаю почему. Ящик золота всем участникам купить. Рэй принимается в гильдию. 11 дней назад. Я 13 секунд назад. Хорошо. Надеюсь, они об этом не пожалеют, ребята. То есть, они-то об этом не пожалеют. Я, чтобы не пожалел об этом. Так, мы что-нибудь с вами можем открыть? Мы можем, ребята, но это будет не скоро. Нужно 150 ракет, а у меня их сколько? 120. То есть еще 20 ракет, и я получу 50 карточек на стрелка. Ага, понятно. Испытание недели. Ежедневные квесты. Испытание недели. В чем заключается, ребята? Охо. Охо. Кстати, давайте тоже, ребята, здесь попробуем замутиться, а? Миссия испытания. Заверши миссию без борьбы, без травм. Выбери команду. Выбрал. Погнали. Попробуем, ребята. Так, ну там тоже надо не забыть пройти. Поехали. Проверяйте все мерцающие. Понял. Задание понятно мне. Так, 5 и 4 уровень зомбарей. Отлично. Очень даже хорошо, ребята. Так, этому мы снесем чайник, этого застрелим. Раз, два, два предмета, вижу, три. Три полки, ребята. Три полочки нам нужно обшмонать.
Так, они тут гуляют, гуляют. Так, что мы делаем? Мы делаем с вами, как всегда, по стандарту. Глен у нас занимается этим делом. А эти, естественно, будут прикрывать. Так, времени нету. Есть зато время до следующей волны. Хорошо, да... Оу, оу, тихо, 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 тихо. Как же так-то? Дрёна вож. А если я вот здесь встану, мне хватит пробить? Двоих. Ну? Молодец, отлично сработали. Так, Вася, помогаем. Так, вот давай-ка мы, наверное, вот сюда, сюда вот переместимся. Глен, опасно нам туда с тобой пока бежать. Давай вот здесь постоим. Конец хода. А-а-а, куча, куча вышла. Вот как вот здесь, ребята, можно прожить без травм? Кто мне скажет? Это же нереально просто-напросто. Ну нереально и все. А, черт. Ну давай вот этого убьем. Встанем сюда. Вот этих прикончим. Если мы вот сюда вот... Черт, у меня никак не получится, ребята, вот этого вот чпокнуть. Так скажем, без травм, блин. Вот тебе и без травм, ё-моё. Ну что же, тут уже, ребята, просто... Сейчас будет мясо. Так, уничтожаем. Глен. Глен, подожди, Глен. Ну да, Глен уничтожает здесь. И Дэрил уничтожает вот этих. В принципе, все. Сейчас Гленыч у меня побежит. Нет, для начала мы вот здесь вот убьем. Потом Глен побежит вот сюда. Я надеюсь, никто не выйдет в этот момент. И вон того вон Охламона убиваем. Два хода. Давай взламываем. Все, ребята. Можно сматываться по домам. Да ведь? Сейчас конец хода сделаю. Да, больше никто здесь не выходит. Единственное, конечно, обидно, что Дэрил получил немножко урона. А, не только Дэрил. Не только Дэрил, ребята. Так, так и... Хорошо, поехали дальше. Идеально, конечно, у нас не получилось пройти. Но три звезды все-таки есть, ребята, есть. Погнали сюда. Так, начать миссию. Ладно, оставим этих же ребят. Этих же ребят оставляем с вами. И поехали, смотрим, что у нас здесь за задание. Так, цель обновлена. Оу, здесь уже жирные. Ну, ребята, нас спасает, знаете что? Что они все очень маленького уровня. Ну, сами прекрасно видите. Четвертый уровень, это просто благодать какая-то. Нам нужно идти сюда. Добью этого Охламона. Вот так вот. Так, через три хода выйдут ходячие. Они вот тут периодически сами почему-то выходят, ребят. Значит, мы будем с вами... Да ладно, давай так сделаем. И вот так. Глен, твоя задача открывать три хода. Три хода ты будешь открывать дверь. Ну, опять эти говнюки вышли. Да я вот сюда встану. Мне что-то не нравится там стоять как-то. Подозрительно. Вот здесь я лучше буду... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах, так тут яма, ё-моё. Ребят, вот же яма трупаков. Че это я ее как-то не увидел сразу-то? Четенько. Так, давай-ка вот здесь сюда переместимся. И на всякий случай вот так активируемся. Конец. Оу, щет, ребят, вы посмотрите, показали только что, что там... Что там очень много зомбарей. Очень много. Так, Дэрил, давай сюда встаем. Прописываем. Нормуль.
Так, Гленыч, Гленыч, что ты будешь у меня делать? Ты у меня будешь вот так вот делать. Опа, малорик. Нам нужно вот в эту вот зону попасть, ребят. Так, Глен еще даже успевает. Фига, он пробежал, вальнул зомбаря и вернулся еще. Офигеть, у него энергии, ребят. Так, давай-ка. Отлично. Дэрил, сможешь двоих сразу снести? А в идеале вообще троих убрал. И Гленыч у меня. Гленыч побежит в опасное, конечно, место. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, толстуха, не вздумай даже. Фак. Придется бомбить ее, жирную-то эту тварь. Есть. Хорошо получилось. Все, ребята, пора, по-моему, нам отсюда делать ноги. Конец хода. Да, отлично, ребята, получилось. По-моему, должны на 3 звезды. Но у нас даже синяков. Ну, такие легкие-легкие повреждения. Так, смотрим. Ого, усиленная брустверная броня 5 уровня, ребята. 67 защиты. Это для танка. Ну, для вышибалы, для танка. Труба. Понятно, труба это ерунда. Так, у нас энергии еще хватит, по-моему, на 2 боя, да, если... Оу, я зарабатываю ящик. И 2200 еды. Понятно. Так, поехали. Сложность 5. Начинаем миссию. Сегодня, ребята, у нас будет такая вот серия. Не по сюжетке будем, а выполнять вот такие вот задания. Так, понятно, проверять мерцающие вещи. Да вы что? Вы серьезно, что ли? Их тут просто тьма. Ой-ой-ой-ой-ой. Я даже не знаю, как быть-то. Ну, предположим, я... Я даже не знаю. Вот так вот как-то шабануть, если... Ага. И... Слушайте, они меня услышат, если я так стрельну. А выбора нету. Так, Глен, давай вот этот вот ящик с тобой взломаем. Ой-ой-ой, сейчас будет больно. Черт, двое сразу же меня покусали. Что я могу предложить, ребят? Могу сделать, предложить вот так вот. Отлично. Дальше перейти Гленом. Блин, на фигня это получается, ребят. Придется вот так вот делать. И теперь... Черт, если я Глена сюда отправлю, его же закусают, ребята, да? Его закусают, скорее всего. Фак. Ты посмотри, сколько мне здесь надо предметов, ребята, просмотреть. Отлично. Да чтоб тебя, сопляжуйка. Они из этой ямы вылазят, ребят. Из этой ямы выгребной пруд. Хорошо, мне придется сделать вот так. Расстрелять. Наверное, вот этого надо будет шибануть. Так, а Гленом... А Гленом, Гленом вот этот вот... Проверить ящик. Хорошо. Блин, да все равно добрался. Да ты посмотри, паскуда какой, а. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай этого бомбанем. Сюда встаем. Прошиваем этих двух. И Дэрил будет у меня... Ой, Дэрил, Глен будет вскрывать этот ящик. Так. Пошла, пошла, пошла заваруха! Слушай, да это ж, по-моему, нереал какой-то. Да ты посмотри, что тут происходит. Как тут выжить можно вообще? Как? Скажите мне, пожалуйста, на милость. Я даже ума не приложу, ребят. Если даже мы возьмем вот так вот с вами поступим. И вот так вот.
Сейчас кто-то стопудово погибнет. Это, наверное, будет Дэрил. Нет? Нет, Дэрил еще живет, ребята. Еще живет. Минус. Так, Глен, как бы нам с тобой сделать-то по-хитрому? Вы, кстати, видели, что Глен может за один раз... Да еб парасете, блин! Прут, гады и прут. Да задолбали уже, если честно. Как бы так сделать-то по-хитрому, чтобы и тех убить можно было бы? Ну-ка. Так, Глен, сможешь? До... Он добегает, ребята. Чикает. Хорошо. Ну что, теперь у нас есть, ребята, шанс, по крайней мере, вот здесь вот прошмонать. Вот сюда встаем, убиваем этих двоих. О, смотрите-ка, Васька умудрился добежать. Так, один ящик, ребята, остается. Здесь мы вот так делаем. Гленыч открывает. И мы бежим сюда. Тихо, 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 тихо. Мне не пробежать, да? Мне не пробежать Гленам. Фак. Черт подери, а. Эх, Глен, Глен. Ну ладно, одного. А почему одного? Почему ты второго не смог? Как-то странно, я не пойму. То он два раза может бомбить, то один. Ребят, я другого варианта пока не вижу. Да, я не спорю. Все очень печально и плохо. Пипец. Зажали. Зажали Глена, ему не выйти. Ему единственному чуваку не выйти, блин, оттуда. Ё-моё. Ну-ка, пробуем. Глен, сможешь добежать? Твою дивизию этот не дает. Теперь сможешь? Да кто там? Чё там? Я не могу понять. Фух. Давай, 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 Гленыч. Ёпарасеты, ребят, ну это жесть какая-то. Без травм, да. Без травм не получилось, к сожалению. Вообще хорошо, что получилось. Я уже и этому рад. О, еще 4 горючки. Фух, да. Так. Блин, чуть-чуть не хватает. Ну что же, ребят, давайте-ка, наверное, подхилимся, да? В любом случае придется нам лечиться. Вылечить всех за 3. Отлично. Не так уж и дорого, в принципе. 3 голды всего потратить. Убейте ходячих. Опа. И еще получаем с вами. Так, осталось еще 2. И получаем сундук. Улучшение задания, это как понять? Улучшение задания, я не знаю. Выиграйте миссии испытания, это мы сейчас делаем. И квесты делаем. Должны, ребята, успеть. Награда. Летний фейерверк. О! 50 карточек, ребята, на стрелка. На стрелка, смотрим. Смотрим и... Так, погоди. Улучшить черту. Ну что, бабуля, будем улучшаться или как? Или нам лучше Тараса улучшить, а? Или Паулина все-таки? А Дэрила мы можем? Дэрила нет, Дэрил только за особые карточки. Давай тогда Паулину, хорошо, фиг с ним. Защитная стойка теперь на 3 уровне. Отлично. С винтовками как у тебя? Так, 7 уровня, да? 57 атаки.
То есть винтовка у нее хороша. А здесь, видимо, мы что-то можем... Нет, не можем ничего лучше надеть. Но зато мы можем, по-моему... Слушайте, эту же куртку можно как-то заточить. Как-то заточить можно. Ладно, фиг с ним. Паулину, главное, мы немножко апнули. Хорошо, кстати, нам немножечко осталось до 16 уровня. Давайте дальше продолжать бомбить миссии. Испытания. Так, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, особые враги, ребята, будут здесь, по-моему, спецназовцы. Дохлые, естественно. Ну, зомбари. Чё? Ты посмотри, блин, ё-моё, вот как вот я тут должен... Хотя, в принципе, ребят, я знаю, как я здесь должен был. Здесь нужно брать с собой очень и очень много стрелков. Просто очень много. И желательно не таких вот, как... Наш, извините меня, Васёк. А реальных стрелков, которые бомбят... На, ну, как говорится, на... Как это даже назвать-то не знаю, блин. Короче, простреливает полностью ряд. Типа паулины, вот такого нам нужно. Так, хорошо. Так, я смотрю, Глен может еще сходить. Только зачем? И для чего? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гленыч, Гленыч. Гленыч, ты можешь вот так у нас, да, стоять? Давай попробуем. Должен прикрыть кого-нибудь, хоть одного. Есть. Отлично. Ну что же, здесь вроде бы как... Так, вот сюда мы перейдем, сюда перейдем. Этих мы сносим. Глен этого сейчас почикает. И этого мы убиваем. Победа. Ну, здесь легко как-то даже было, очень мило и хорошо. Идеально, идеально, идеально. Две голдишки. Еда, все как полагается. Поехали дальше. Ты зарабатываешь звезды. 10, твоя награда. Воу, еще 8 ракет. Так, ребята, сколько нужно? 18 звезд. А у меня 11. То есть это нужно пройти все миссии на 3 звезды, чтобы получить вот этот вот ящик. Посмотрим, если у нас получится вот эти вот 2 миссии пройти идеально, то есть смысл переигрывать. Ну, кто он? Что тут, я не могу понять. Да, их тут... Ага, нам нужно туда добраться, понял, ребята. Ну, чё ты не стреляешь-то? Погоди, а мы что, наверху где-то находимся, или мне кажется, нет? Нет, фу ты, блин. Так, встаем сюда. Бинго. Встанем сюда. Конец хода. Давай, 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 Гленыч. Оп, малорик. Ответочка работает у него. Так, встаем сюда. На... Как говорится, на просвет. И вот так вот. Нам нужно добраться туда. Блин, неспроста, ребята, через 3 хода пойдет основная масса. Ну, отлично. Так, Дэрил, давай мы вот так сделаем с тобой. Хорошо-то как, а? Так, давай-ка вот сюда вот Шурика, то есть Ваську. Угу, красота. И вот сюда вот поставим. Так. Пропускаем ход. Наблюдение у Глена. Побежали, ребята, короче. Ой, погоди-ка, погоди-ка. Если мы сделаем вот так вот и атакуем, что это нам даст? Нам это даст просто охрененный дамаг. И сейчас не забываем, ребята, попрут. Попрут зомбари.
Потому что последний ход оставался. Вот они вышли. Голубчики. Как нам сделать? А мы вот так вот с вами и сделаем, пожалуй, да, ребята? Здесь завалим. Здесь Гленушка у нас прикроет. Он даже может вот этого еще... Прикинь, вот этого кумарнуть еще может. Обалдеть, Гленыч. Вон наяривает мужик, да? Там побежал, убил, там побежал, убил. Молодец, красава. Не зря мы его все-таки развивали, качали. Все очень хорошо. Без борьбы, без травм. В общем, отлично мы справились с вами. Нож-бабочка. Так, труба тут нам. Поехали. Ну что же, осталась еще одна миссия у нас. Подожди-ка, квест завершен. Какой квест завершен? Ага, выиграй миссию испытания. Так, ну что же, завершить все ежедневные квесты. Я так понимаю, если мы сейчас вот этот уровень проходим, то это и будет наш ежедневный квест завершен. Вот все хорошо, да? Но вот единственное, что, конечно, Васька проигрывает в том плане, что у него всего лишь выстрел в одиночную цель идет. Так, нам нужно опять же здесь с вами, ребята, ящики. Ящики шмонать. Ого. Попробуем вот так вот пробить. Бинго. Так, вот этот вот ящик меня очень смущает в плане того, что... Вот тут вот очень хорошо орудовать Дэрилом, потому что он действует бесшумно. Ха, смотри-ка, как раз хватило нам. Опля. Так, Василий, Василий, тут очень много ящиков нам нужно посмотреть. Привлекать шум, даже не знаю. Вот, бесшумно, ребята. Чётенько. Куда ж ты идешь-то, а? Говнюха. Давай, Глен. На все про все 4 хода, ребята. На все про все 4 хода. Ящиков тут у нас тоже хватает, блин. Так, эти не слышали нас, пока тут гуляют себе спокойненько. Глен, добежишь? Добегает. Оу, оу. Так, ладно, что нам здесь можно сделать, если я... Те услышат. Те услышат и, естественно, ломанутся ко мне. Слушайте, ну здесь же почему-то тоже слышит. Я не знаю, как так. Это как-то по-дебильному, честно говоря, будет выглядеть. Ладно, я вот сюда, ребята, перебегаю. Дэрил, блин! Черт, побрал бы. Не надо было, блин, выбегать, мне кажется. Тупанул. Ну давай, Дэрил, пробуем здесь пробить. Так, толстый выжил, да? Толстый выжил. Ну, я думаю, что Гленыч справится и с тем, и с тем. Нет, не справляется. Бедный Дэрил сейчас опять отгребет. Вот от этого зомбаря. Нет. Или да? Да. Отгребет. Так, хорошо, ребята, у нас времени с вами очень мало. Нам нужно еще ящики типа, тут... Черт, его вскрывать. Так, давай, выходи, Дэрил, бомби. Здесь не получилось у нас идеально, ребят, пройти. И сейчас еще выйдет напор зомбарей. Вот о чем я вам и говорил. Как-то печально, ребята, здесь все. Так, мы все, мы можем отсюда бежать или нет? Мы, по-моему, все ящики вскрыли, да? Доберись до выхода. И выход у нас открыт. И смотрим. А-а, не получится пробежать. Хорошо, давай сделаем так. Отлично. Вообще замечательно. Дальше делаем. Издалека. Минус чайник. Двоих, двоих сможешь, нет? Дэрил, попробуй, есть. Шикарно. Не дойдешь, гад, не дойдешь, не ду... Да как же ты дошел-то? Так, теперь смотрим, ребята, смогут ли у меня добежать.
Да почему это говно собачье мешает, а? Если я сюда перейду, снесу чайник, перебегу сюда, и Гленыч, например, у меня встанет вот здесь. Ладно, пускай Гленыч встанет здесь у нас в стойку, в защитную. Посмотрим, что получится. Одного накрыл, молодец. Ах, вот здесь, конечно, нахлобучили. Мне сейчас больше интересует, сможет ли у меня Васька добежать. Васька сможет. Все, тогда сматываемся отсюда. Фух. Немножко, конечно, получили. Особенно Дэрил вот получил повреждение. Дэрил у меня получил повреждение. Так, продолжить. Бонус за завершение, ребята. Раунд завершен. 5 звезд, 400 коробочек. Сложность увеличена до 5. Теперь враги будут сильнее. Твоя награда и... еще 400 ящиков. Опа, 4 рации. Награда, ящик с жетонами здесь. Угу. Ящик испытания. Так, а мы с вами сделали, помните, что-то у нас здесь должно быть. А, мы, наверное, вот этот ящик-то и получили, который сейчас только что был у нас. Угу, понятно. Так, тут у нас продолжение. Это испытательный легион. Найди связного Ванды Вудбери. Вудберге, да? Вудбери. Ладно, ладно. Ах ты, черт подери. Ребята, у нас с вами закончилась, к сожалению, энергия. Ну что же, не беда. Мы с вами отдохнем, как говорится, и приготовимся уже к следующей, наверное, битве. А битва будет веселая, я думаю. Так, что у нас здесь, смотрите-ка. Оу, вот этот пистолет и вот этот пистолет, ребята. Давай-ка вот так вот улучшим. Какой-то магнум, ё-моё. Бесплатно. Использую золото. 15 раций нужно, а у меня всего 7. А я вот этого вот позову, бесплатного. Посмотрим, кто нам выпадет. И это вышибало. Полина. Хрен с ним, Полина, иди, пока у меня место есть. Так уж и быть. Так, здесь у нас выберите из двух. 5 раций истратить. Поехали, ребята, хрен с ним. Григорий. Ну, давай Григория возьму. И совсем немножечко нам, ребята, осталось с вами. Ай-яй-яй, тут вот. Один кубок всего лишь. Хорошо. Блин. Вот, дайте мне энергию. Сколько дадут энергии? Всего лишь одну? Всего лишь одну. А нам нужно, по-моему, две, да? Для начала миссии. Угу. Так, секунду, что тут еще выжившие делают какие-то у меня? Обучить сейчас. Да как-то вот невыгодно, ребята, если честно, ее обучать. Давайте мы ее просто выгоним. Знаете, почему невыгодно? Потому что у нее очень маленький уровень. На нее нужно хрен знает сколько вложиться. Вот тут я понимаю, у нас пятые, шестые. Получить еще один слот. За 300 золота. Ладно, ребята, энергии нету. Так что всем пока, всем удачи.